Мейс, это дед, типа бобкат он идет, 220-240 грамм. Само растение с очень хорошо развитой вегетативной массой. То есть, так просто сказать, плоды просто они не пекутся на солнце, они все сохраняются под листом. Гибрид очень урожайный и один из самых ранних получится на рынке. Но это где-то 55 дней после пересадки, 50-55 дней. Кто выращивает именно на раннюю продукцию и покупает детерминантные томаты, то майс один из хороших выборов. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.